А вот следующего участника я пока еще не знаю, но надеюсь, мы сейчас все будем удивлены. Рапопорт Вадим, город Тель-Авив. Встречайте! Здравствуйте! Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Хотели бы узнать, как там дела в Израиле? Жарко. Жарко? Да. А так все нормально. А так все нормально. Вы давно у нас не были. Кстати, мы будем да. скоро. А мы да. будем, по-моему, осенью у вас. Да. Да. А чем вы занимаетесь в Израиле? Да. Пою. Прям поете и все? Ну да. И этого хватает на жизнь в Израиле? Мы стараемся. В Израиле дорогая жизнь. Ну мы хитрые. Нет, мы в курсе. Мы как-то крутимся, вертимся. Молодцы, молодцы. Ну хорошо, хотите у нас немножко попеть. Покрутиться? Да. Да. Очень мечтал попасть на эту передачу прямо. Круто. Мечты сбываются. Рады да. вас видеть. Да. Спасибо. А деньги выиграть мечтали? Ну я странный еврей, я не ради денег здесь. Опять лукавите? Ну да. Ну что ж, первая минута, она ваша. И она начинается прямо сейчас. Поехали. Без этой песни я бы не мог начать сегодняшнее выступление. Кто простуду и грипп лечит не у врачей, а куриным бульоном и теплой пижамой, кто рожает профессоров и скрипачей, лишь еврейская мама, лишь еврейская мама. В Израиле бывали и такие случаи. У мертвого моря, где грязь на побережье, хотел утопиться, а вылечил артрит. О, нет. Есть, есть, есть улыбки! Весело! 1000 гривен ваша, Вадим. Идем дальше? Конечно. Ой, подождите, это я должен был спросить, а вы должны были ответить так. Ну вот. Идем и, дальше, ты Вадим? Ты потом и деньги заберешь. Какой я хитрый тоже, да? Дальше. Вторая минута. 5000 гривен. Поехали. Поехали. Наблюдение к любимой. Снова замерло все до рассвета. Лишь тихонечко дернется глаз. Как прикольно влияет на свету нервно-паралитический газ. А жизненная участь всех космонавтов. Я помню, давно учили меня в ракете летать, прижмет по нужде. Скафандр сними, не стоит втыкать, надо б утку достать. Но утки уже летят высоко. Ну вот! А спасибо. Что вы так долго тянули? Есть! Что такое? Не трогай Женю, пусть поплачет, пусть выплачется. А сколько у меня уже есть? Уже 5000. Ну это не важно. Она говорит, ну это не важно. Чисто еврейский разговор. Деньги меня не интересуют. А сколько у меня есть? Это не важно. Это в уме, ну. Чтобы понимать, на какой я минуте сейчас. Ну да. Ориентироваться во времени. Да. Третья минута, 10000 гривен в дальнейшем, если ты, конечно, согласен пойти вперед, дальше. Поехали. Поехали. Песня об отдыхе, личная, печальная. Я барбекю переверну, ведь я единственный не пью. Спасибо, это благодаря вам. Благодаря вам. Спасибо, спасибо. Супер, 10000 гривен, Вадим. Я не знаю, сколько это в Израиле. Так там еще минуты остались, подождите. Четвертая минута, идем на нее? На сколько? Неважно! Ладно, неважно. Да. Идем. 20000 на кону. Идем. Идем, поехали. Об одной из еврейских гордостей, если так можно.
жизни многих мужчин наступает час, опа-па, когда сила любви покидает нас, опа-па-та. Но есть выход один и нельзя сдавать. В 60 буду я удовлетворять всех девчонок носом, носом, своим еврейским носом. А это все прикольно. Я знаю, немножечко, но, простите. Интересно. Простите, она смешная. Ничего не говори. Хватит, ну. Вот смешно, кстати. Вот несмотря на то, что, вы знаете, есть юмор пошлый, да. А есть юмор о пошлости. Да. Вот это было о пошлости. Да. О, это не пошло было, так что прикольно, молодец. Супер. Спасибо. Неважно, сколько ты заработал, ты идешь дальше или нет? А на сколько? Надо, да? Ой, меня предупреждали, что здесь вот так надо. Ух. Ну, поехали. Поехали, 50 да. тысяч гривен. Спасибо. И Вадим из Тель-Авива, давай, вперед. Поехали. Песня историческая. Невесте графа Деля Фер еще 16 лет, но граф за это отсидел, к нему претензий нет. Включаем фантазию в самом-самом большом ресторане в мире. В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана, кто-то незаметно красил Боинг. Детская печальная. У меня братишки нет, у меня сестренки нет, папа с мамой пола одного. О том, как важен дресс-код. А ты стоишь перед быком в красном платье. Тебя мне будет не хватать, моя Катя. И первая еврейская походная. Нравится мне, когда с евреями по пустыне ходишь. Руками спасибо, спасибо. Вадик, посмотри на табло! Спасибо, спасибо. На последней секунде. Спасибо. Красавчик, умница, молодец. Спасибо. Талантливый человек. За талант спасибо. Нужно платить. 50 тысяч гривен. Пока-пока. Утки хорошие. Хорошие. И носом было. И носа хорошая. Супер, просто круто. Очень рад, не ожидал выиграть. Публика обалденная, передача кайфовая. Эмоций просто шквал.